Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Виктория Катыченко. И сейчас я хочу показать, как подключить свой канал к медиасети Air. Значит, для этого переходим по реферальной ссылке на данный сайт. Если у вас нет реферальной ссылочки, вы можете найти ее под видео, под данным видео. И далее читаем. Подключение к Air. Спасибо за ваше желание стать партнером Air. Для этого вам нужно подключить к партнерской программе Air один из своих каналов. Нажмите на кнопку «Выбрать YouTube-канал» и на следующей странице выберите канал, который вы хотите подключить. Таким образом, вы разрешите нам оценить показатели вашего канала. Вот ниже эта кнопочка, внизу страницы «Выбрать YouTube-канал». Нажимаем на нее. Если вы не на своем канале сейчас были, а просто вышли из Google, да, вам предложатся все варианты ваших каналов, ваших почт. То есть у меня вот их много, несколько, поэтому я сейчас выбираю тот, который не подключен к Air. Этим каналом я не пользуюсь, я сейчас покажу, как пройти регистрацию. Air запрашивает следующее. Просмотр вашего адреса электронной почты, просмотр основной информации профиля, просмотр аккаунта YouTube. Соглашаюсь. Принять. Далее нас приветствует Татьяна Черныш. Здравствуйте, спасибо за ваше обращение и намерение сотрудничать с Air. Мы проанализировали ваш YouTube-канал. Сейчас ваши показатели 0 подписчиков и 0 просмотров. К сожалению, этого недостаточно для подключения канала к нашей сети. Вместо этого предлагаем вам взаимодействие с Air в статусе «Перспективный партнер». Этот формат подразумевает серию образовательных активностей, направленных на развитие вашего канала. Изучение пособия для авторов YouTube, то есть можно сразу перейти посмотреть. Подписка на наши сообщества, Facebook, Контакт, Google+, и, конечно же, YouTube. Подписка на email-рассылку. Участвуйте в открытых обучающих вебинарах, информация о которых будет поступать в соответствии с графиком проведения, если вы подписались. Цель данного формата – помочь перспективным партнерам выйти на минимальные показатели каналов – 100 подписчиков и 3000 просмотров, позволяющие получить статус премиум-партнера в сети Air на YouTube. Другой, не менее важный критерий подключения – контент на вашем канале должен быть авторским. Друзья, тут хочу пометочку сделать. То есть они пишут об этом в правилах, но на самом деле принимают каналы, на которых и не авторский контент. Ну, во-первых, они не могут это определить, они могут только пожелание свое такое высказать, да, вот. Ну, а во-вторых, все-таки, если канал как бы неплохой, они заинтересованы на нем зарабатывать, и, естественно, они будут его тоже брать. Ну, они озвучивают в правилах, что им нужен авторский контент. Так, при системном и последовательном подходе к развитию канала эти показатели легко достижимы в течение 1 месяца и менее, что мы неоднократно наблюдали на примере наших партнеров. Мы верим в том, что вашему каналу это тоже по силам. Как только это произойдет, пожалуйста, свяжитесь с нами. С уважением, ваш Air. Перейти на главную страницу. То есть, поскольку у меня на канале 0 подписчиков и 0 просмотров, как бы на этом заканчивается. Здесь можно переходить по этим ссылочкам, если у вас такая же ситуация. И изучать вот эту информацию, что действительно очень важно и очень помогает от начала работы, программирование, оптимизация, сообщество, ресурсы. То есть здесь очень много информации именно для тех, кто хочет заниматься вплотную своим каналом и зарабатывать на нем деньги. Подпишитесь обязательно на рассылочку. И тогда вам будут приходить на почту уведомления о проведении вебинаров, на которых тоже идет обучение. Вот. Если же на вашем канале есть 100 подписчиков и 3000 просмотров, далее читаем и по кнопочкам переходим дальше соглашаемся, и вам придет уведомление на почту о том, подключили ваш канал или нет в течение 2 рабочих дней. Регистрация здесь, как вы видите, очень простая, ничего сложного. Если у вас остаются вопросы, вы можете писать их в комментариях или же обратитесь ко мне в Skype или ВКонтакт. Я прочитаю ваше сообщение, обязательно на него отвечу. Вот, при необходимости мы сможем созвониться, пообщаться. Ну и желаю вам хороших успехов на YouTube, потому что это действительно очень классный
классный сайт, классная соцсеть, классный ресурс, да, на котором можно честно зарабатывать деньги. С вами на связи была Виктория Катыченко. Всем успехов. Встретимся на YouTube. Пока-пока.